показать, так сказать, небольшие итоги после прошедшего похолодания. Неделю назад я снимал видео, как укрывал растения, и сейчас хочу показать, как что выглядит. Температура за последнюю неделю, самый холодный период этой зимы, опускалась до минус примерно 8. Было две ночи минус 8, но с разморозкой фактически. Так, тут вот калина лавролистная, в принципе, визуально все отлично. Как видите, снег еще сохранился, но его, правда, выпадало много. Там местами до 15 сантиметров. Там, где бетон асфальт, он уже подтаял. Так, с калиной лавролистной, в принципе, все отлично. Даже сохранились бутоны. Живые, такого вот розового цвета. Цветы, конечно, не знаю, но... Может, что-то и осталось. Все-таки не, там не заморозок был. А бутоны, думаю, с ними отлично. Надеюсь, весной зацветет и будут свои семена с калины лавролистной. Так, далее. Радовала фация. Никакого укрытия и никаких повреждений. Может, только если где-то снегом. Вот абсолютно целенькие зеленые листья. Все прекрасно. Прекрасное растение. То есть, в принципе, для нее это не холод. Ничем не укрывалась совершенно. Вот такое вот красивое оранжевое. Далее сарка кока гукера. Тут с ней ничего такого. Вот остались цветы. Я думаю, они живые. Даже немножко пахнут с листвой. Все в порядке, все отлично. Даже вот такие вот молодые приросты. Снега еще достаточно, но в принципе температура плюсовая уже. И прям такого сильного холода уже не обещают. По крайней мере, пока что в прогнозах. Лавровишня. В принципе, а что с ней будет? Вот, цвести будет. Надо будет ее обрезать, это уже она весьма большая выросла. Где-то, наверное, 1,3 метра, потому что даже со стремянкой до вершины не могу достать. Так, это пахисандра. Ну, это растение полностью зимостойкое, морозостойкое. И не только в моем регионе, но их достаточно более северных. Такие вот. Показала себя очень даже хорошо. Даже, можно сказать, за устойчивость я показала, хотя... Информация в интернете у нее немножко такая вот трухая. Ну, на практике она в тени вообще растет без проблем. Листовики. Сочинские тоже. Ничего с ними не будет. Они уже так не первый год. Вот, вот такое вот морозостойкое растение, как фатиния Давида. Она переносит гораздо более сильный мороз. Для нее это так, полная ерунда. Минус 8. Достоверно известно, что она переносила и минус 25 без потери листьев и без повреждений совершенно. Так что я думаю, для озеленения города вполне. Так, лавровишня Этна. Остатки снега. В принципе, чего не сказать. Да нечего сказать. Полностью устойчиво в моем климате. Никаких проблем с ней вообще нету. Может быть, даже зацветет. Хотя я пока не вижу цветочных бутонов, но думаю, будет. Потому что это мелколистный, тоже ничего с ним не будет. Вот немножко потеряла бутоны из-за навала снега Эрика. Как розовая, так и белая. Ну, бутонов так много, что, я думаю, не проблема. Вот беленькая. Так, вот это у меня можжевельники чешуйчатые. Флориан блюстар тоже пока под снегом, еще они не оттаяли. Это вот падуб мизерва. Тогда что с ним будет, он их даже где-нибудь в Петербурге в суровом растет.
потом корея чилийская, тоже никаких проблем совершенно. А у Куба, как обычно, тоже полный пучок, как говорится, пучком растет, никаких абсолютно проблем. Отлично размножается, отлично растет, цветет. Правда, ягодки были только один раз, но без семян оказались. Надо второе растение, чтобы были семена. Может быть, когда-нибудь я заведу какую-нибудь там зеленоплодную форму, то зеленолистную форму. Вот листья. Странно, что мало распространена только на побережье. Хотя морозостойкость у нее, конечно, впечатляющая. Растет у меня одна в полутени. Зимой чаще тень, чем солнце, а летом наоборот, чаще солнце, чем тень. Летящий дракон. Ничего сказать, у листопадного ничего не будет. Вот это вот кизильник самшитолистный. Тоже вечник, тоже абсолютно устойчивый. Ему чуть ли не 5 бы дают. Вообще он стелющийся, но я его так сформировал, что он получается таким вот кустиком растет. Так, тут на трахеграмму включено. А вот тут такел. Ну, я пока их не смотрел, думаю, тоже никаких проблем. В коробе банан японский, точнее, на стволы. Кипарисовик Лавсона, в принципе, тоже ему ничего никогда не бывает. Зайдем с другой стороны. Ну, то есть западная Дегрутсбайер, ничего сказать. Так, и вот магнолия грандифлора. Тоже, в принципе, просто все великолепно. Зимой, как обычно, чудесно. Это альтосорт у меня, если что. Такие вот листики. Вообще суперский сорт. Устойчив к ветру, к завалам снега, к солнцу, ко всему, к заморозкам. Всем рекомендую, растет вообще без проблем, без укрытий, без ничего так. Весной только подкармливаю смокотом, да и все. А если смокота нет, то обычным каким-нибудь там минеральным удобрением. Так, это кипарис макрокарпа, который продается в отделе комнатных, но при этом у меня уже растет не первый год. Конечно, у него вид не супер-пупер. Вот тут есть. Тут было обгоревшее место, я его вырезал. Но, в принципе, оброс. Вот такой вот он. Так, это еликоника, всем известная. С своей морозостойкостью, там градусов 40, наверное. Тинитин, западная тоже, и где-то тут под снегом. Иглица колхидская, морозник, иглица колючая, как-то так. В принципе, холод никак не повлиял, холод для большинства растений смешной, поэтому такие вот хорошие результаты. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте комментарии.